Сотрудники управления полиции Экибастуза проводят оперативно-профилактическое мероприятие по установлению местонахождения должников по штрафам и алиментам. На сегодняшний день 41 экибастузец уклоняется от уплаты алиментов. В рамках мероприятия выявлено 17 из них. По состоянию на 19 марта 2019 года в управление полиции города Экибастуза для исполнения поступило 15 постановлений частных судебных исполнителей Экибастузского городского исполнительного округа о водворении транспортных средств, у которых имеются транспортные средства по задолженникам-алиментчикам. Из 15 3 транспортных средств были водворены на специализированную штрафную стоянку, где было, значит, у них были задолженности от 1 200 000 до 1 400 000. Данные автомашины были водворены на штрафстоянку. После, значит, после передается частным судебным исполнителям, уже по постановлению частных судебных исполнителей полностью, то есть по погашению задолженности, данные автомашины, значит, возвращаются владельцам. Что касается третьего неплательщика, его задолженность составляет более 300 тысяч тенге. Автомобиль «Лада» 21725 находится на штрафной стоянке для реализации на торгах. По различным административным правонарушениям зарегистрировано и обработано 3013 материалов. Общая сумма штрафов составила более 30 миллионов тенге, из которых по 1825 постановлениям взыскано около 17 миллионов тенге. В данный момент участковыми инспекторами полиции было выявлено 1187 правонарушений, по которым наложено штрафов на общую сумму более 10 миллионов, а также, значит, сотрудниками роты патрульной полиции было выявлено 1806 правонарушений, по которым наложено штраф на общую сумму 19 миллионов, из которых по 1165 постановлениям взыскано штраф на сумму около 12 миллионов. Кроме этого, с начала года к частным судебным исполнителям направлены 213 постановлений на сумму 2 миллиона 200 тысяч тенге. По месту работы для взыскания административных штрафов 41 на 532 тысячи тенге. Поиски неплательщиков продолжаются. Стоит отметить, что данные должников есть в планшете каждого сотрудника дорожной полиции. И любой проезжающий мимо автотранспорт подвергается проверке. В отношении правонарушителей, уклоняющихся от уплаты штрафов, возбуждаются административные дела по статье 669 Кодекса Республики Казахстан, что может повлечь административный арест до 5 суток.